Доброе утро! Сегодня 30 ноября 2016 года. Мы пошли в школу, вернее, я пошла в школу, Люся остается, красавица моя, дома. И я показываю наряд дня. Несколько дней уже не показывала. Вот это платье трикотажное из наших недавних покупок, сентябрьский или октябрьский. И я вот его привела в порядок, в нем можно выходить. Оно у меня вот такое вот переходящее цвет один в другой. И я набросила вот такой вот красивый, ой, я даже не могу назвать его жакетиком. Это какой-то вот блузончик такой красивый, очень-очень элегантный. В нем можно выходить на вечеринку, в нем можно выходить в ресторан. Но мы пойдем в школу, у нас самое нарядное место в школу. Мы туда себя и наряжаем. Вот такая мы звезда. Он сам-то по себе обыкновенный, но на нем вот так украсили рукава, вот такой великолепной вышивкой. И вот это вот у нас шелковая штучка натуральная, я думаю. Может быть, и нет. В украшении я нашла вот такую вот подвесочку. Очень редко надеваю, потому что у меня есть фиолетовые тона, но не очень часто я их надеваю. Вот сейчас оно у нас пойдет гулять. На руки лапис – это лазурит. И очень редкий камешек, он называется у нас, снова забыла. Так, а на эту руку зелень, раз у нас сочетание зеленого с фиолетовым, мы так и поступили. Да, и нашла вот такой зеленоватый браслетик. Из ароматов Вера Ванг, вот такая же фиолетовенькая, она у меня сегодня, и мы пошли украшать мир. Его надо украшать. Если нечем, то хотя бы собою. Ти моя звезда тоже украшает мою жизнь. А с вами была Люся и Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока. Смотрите, какая красотища. Боже, что у меня. Бывает же так. Смотрите, как здорово они все посадили. Эти два шикарных дерева. Здесь у нас уже наряжено к Новому году. Вот сегодня 30 ноября, уже к Новому году нарядили. А вот это вот магнолия будет весной цвести. А сейчас вот такое сочетание.